Всем привет, с вами Антромер, и сегодня я покажу глич на фишке в новом обновлении GTA Online. Этот глич можно проворачивать бесконечное количество раз, пока не надоест, но самое главное делать все по порядку и не накосячить. Этот глич довольно-таки простой, за 15 минут можно нафармить около 400к фишек. Давайте не будем медлить и перейдем к самому гличу. И заранее попрошу тебя подписаться и поставить лайк. Ну что ж, для начала нам нужно прогрузиться в GTA Online. После того, как мы прогрузились, нужно спуститься к кассе казино. И в один момент нужно будет просто отключить интернет. Также прошу обратить внимание на мое количество фишек, чтобы не было комментариев наподобие то, что это все лажа, то, что это монтаж. Не, на самом деле это все реально. Так вот, подходим к кассе и выбираем максимальное количество фишек. И сейчас самое интересное. После того, как мы возьмем эти фишки, появится надпись «Транзакция в обработке». И после того, как она исчезнет, сразу нужно выдернуть интернет. Как мы видим, я беру фишки, и в этот момент у меня появляется надпись. Она исчезает, и в этот момент я выдергиваю интернет. Все, сейчас интернет вырублен. Не обращайте внимания, то, что сейчас GTA не вылетела. Это нормально. Сейчас она у меня должна будет повиснуть и выкинуть сюжетный режим. Не знаю, как у кого, но меня выкинуло через 15 секунд, примерно после того, как я вырубил интернет. Как мы видим, у меня очень сильно повисла игра, и меня выкинуло в сюжетный режим. Далее просто заходим в сюжетный режим, обратно включаем интернет, прогружаем Social Club, и после этого заходим обратно в онлайн. На этом моменте просто открываем Social Club и нажимаем «Попробовать снова». После этого у нас прогружается сам Social Club. После того, как прогрузился Social Club, просто заходим в GTA Online. С первого раза у меня вылетела ошибка, но в этом нет ничего удивительного, ведь это же GTA Online. Но вот со второй попытки у меня все спокойно зашло. Ну вот я и прогрузился, далее просто идем к кассе. Как можно заметить, в правом верхнем углу фишки у меня остались, те, которые я взял. Да, при этом они остаются, но мы сейчас можем взять еще. И как мы видим, я могу взять, и буквально за 5 минут можно так взять 100 тысяч. И при этом мне нужно перезаходить из игры и грузиться миллиард лет в онлайн. Ну что ж, вот такой глич показал, надеюсь, вам понравилось, и надеюсь, что его не пофиксят.
Хотя, как его пофиксят, если это не системная ошибка игры, а именно, как сказать, ну, то, что интернет вылетел, это как бы проблема, просто так, например, типа случайность, и поэтому его никак не пофиксят. Ну, по крайней мере, в ближайшее время, я так думаю. С помощью этого глича можно нафармить лям, наверное, за час где-то, и это довольно-таки хороший глич. Пользуйтесь, пока не пофиксили, и если я вам помог с таким гличом, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. Еще раз повторюсь, что эту процедуру можно проворачивать хоть сколько раз, то есть выдергивать, все время выдергивать, и так можно нафармить спокойно. Ну и на этом все, с вами был Антромер, и всем пока-пока.